17-летний Андрей Толстиков после учебы сразу в студию ТМК, чтобы смонтировать сюжеты, которые он снял для пробы. Работу волонтера Темиртауского молодежного клуба ему приходится совмещать с работой оператора. Пока он только учится, но уже сделал 4 сюжета. Говорит, что это очень интересно. Ну, мне интересно. И как бы, ну, я не понимаю тех людей, кто просто просиживает дома время. Там, за компьютером, не знаю, просто лежа на диване перед телевизором. Ну, просто не понимаю. Мне как бы ближе тренировки там или так вот ходить. Сегодня молодежную группу на ТВ возглавляет Галина Никонорова, отдел по организации «Множество». У молодежи большие амбиции делать не только сюжеты, но и полноценные передачи. Так как у нас не слишком пока много технических возможностей, мы начинаем с малого. То есть, что нам позволяет наша аппаратура, это мы можем сейчас снимать новости, новостейные сюжеты, блиц-опросы. Сейчас у нас на определенный период времени уже есть съемки, мы все их распланировали для журналистов, для операторов, каждый знает, что он снимает. Затем мы все вместе соберемся, когда уже материал будет собран, посмотрим на него, ошибки какие-то укажем, достоинства, и уже приступим к работе, чтобы сделать хорошие сюжеты, выложить их в интернет для всеобщего обозрения. Сегодня у группы есть помещение, любительская видеокамера, компьютер с программой видеомонтажа. А самое главное – поддержка руководителя молодежного клуба «Темиртау» Алексея Ломакина. В России это очень популярный проект, интернет-телевидение. Ну, как бы телевидение – это сильно, наверное, круто пока звучит, да? Но какие-то первые шаги у нас появилось желание сделать. И у нас очень много проходит мероприятий различных таких. Можно делать каких-то новостных таких сюжетов. Сегодня интернет выходит на ведущие позиции, наверное, в мире. И, во-первых, появились люди, которые хотят этим заниматься. Появилась молодежь на фоне кружка журналистики и детско-здорового клубов. У нас появилась такая идея. В коллективе трудится всего 5 человек, причем бесплатно. У них уже готов цикл сюжетов о молодых футболистах и о том, как местная молодежь отпраздновала День Металлурга. Сейчас репортеры учатся брать интервью и пишут стендапы. Это еще раз доказывает, что в городе Темиртау самая активная и спортивная молодежь. Анна Горная, Андрей Толстиков, ТМК ТВ. В ближайших планах создателей местного молодежного телевидения – закупка профессиональной видеокамеры. В будущем они намерены привлечь в свои ряды как можно больше молодых людей. Аниса Шимаханова, Владимир Пороховой, Новости Темиртау.